Всем привет! Сегодня гуляли, зашли в Красный Кит, там МФЦ на 5-м этаже, и спустились, и совершенно случайно зашли во вьетнамскую кухню. Взяли такой том-ям, и нам еще дали рис. Вот, называется Вьет Лотос. И сейчас попробуем. Ну, скажи свой вердикт. Хорошее. Хорошее такое. Не острое для тебя? Ну, нет. А я взяла с креветками том-ям и попросила очень-очень острое. И вот я попробовала, так вкусно, вот как раз для меня. Ну как? Замечательно. Мне тоже очень понравилось, прям очень. Как будто в Таиланде оказалась такая вкуснятина. Насыщенный такой. Насыщенный, тут и грибы, и порция большая. Прелесть. И еще и рис в придачу дали. Единственное, что я не увидела, это где тут креветки. Креветки маленькие и очень мало. А так очень вкусно. Очень вкусно. Тут мало креветок, но зато есть вот кольца кальмаров. Разная вкуснятина. Разные тут магазинчики. Вот магазины мебели. Мистер Дорс, Ситилинк. Интернет-магазин, шторы, чего тут только нет. Адидас. Видно, да? Ну вот, например. Четыре тысячи, да? Клиентка. Да, 5000 стоило, теперь 4. Все равно очень дорого. Место для вашей идеальной подушки. Это Аскона. Диваны. Всего 5 этажей. Со всей писячиной. А вот это наша церковь, родная, красногорская. Мы подарили здесь 2 иконы этой церкви. И в свое время, говорят, бандиты в 90-х годах под покровительство взяли эту церковь. И вот сделали такой вот ремонт, облагородили здесь все.
и вот до сих пор все здесь в таком хорошем состоянии. Ух, какое дерево такое раскидистое. А вот эта елочка такая голубая. Какая красавица. Какие розочки. И розы здесь такие вот красивые везде. Вот это я все время удивляюсь вот этим вот мастерам, которые из кирпича выделывали вот такие штуки. Ой, смотри, написано, она построена в 1683 году. Знаменская церковь. Знаменская. Ага. А, так я вот уже говорил. И сейчас хочу подойти. Вот Знаменская церковь построена в 1683 году. Вот в 1994 году храм возвращен Русской Православной Церкви и восстановлен молитвами и трудами братьев, прихожан и благотворителей. Ну вот о чем я и говорил. К чему отнести братью бандитскую, непонятно. Но во всяком случае они сделали вот такое вот дело и помогли восстановить церковь. Ну вот здесь они до сих пор восстанавливают, наверное. Это у нас на Руси принято. Ремонты никогда не заканчиваются на Руси. А вот здесь еще такое сооружение. А, вот, наверное, его и реставрируют. Да, или так это задумано. Мне кажется, они стали специально восстанавливать, как да. Задуманные старые. Здравствуйте, скажите, это вот так задумано, да? Вы не будете реставрацию делать? Нет, но если денег кто-то даст и разрешат, нам не разрешают, во-первых, реставрацию делать. А-а-а. Это как исторический памятник. Исторический памятник не разрешают, да. Ну и правильно, что не разрешают. Такое натворить здесь, что потом не разберешь. А вот это вот с другой стороны. Вот она. Раньше, когда деньги платили и людей нанимали, делали на совесть. А сейчас пришлых нанимают, шаляй-валяй делают, а потом удивляются. Вечная слава защитникам Отечества. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друга своя. Ну, это такой современный такой вариант, коммунистический. Сделали и сами не знают, да, что сделали. А вот здесь вот такой вот. Здравствуйте! О, чего здесь только нет. Чего здесь только нет. Ух ты, красотка какая. Туя. О. Такая тоже бывает. О, красота! А смотри, написано. Вечная память и слава воинам, сражавшимся за веру царя и отечества. Вечная память и слава воинам, сражавшимся за веру царя и отечества, русскому флоту под командованием Павла Нахимова, уничтожившего
турецкую эскадру в 1853 году. Ну, вот такое уважение так вот проявили вот здесь всем. Ух ты, здесь Суворова только нет. Кутузов есть. А, вот Суворов есть. О, вот он, Суворов. И вот так вот красивое ухо, какая жёстко. Какое дерево, интересно, первый раз такое вижу. Вот это. Да, и цветет еще. Какое-то нездешнее, как будто. Все цветет здесь, смотри. Надо же. Все. Если ухаживать. Если ухаживать каждодневно, все будет расти. А вот она какая. Длинная игольчатая сосна. Волчьи ягоды. Нет, это не волчьи. Что это? Это черная смородина. Нет. Хочешь? Нет. Черная смородина не так растет. Это черная. Ой, не черная смородина, а черная рябина. А, рябина другое дело. Она вкусная. А вот там тут какое-то дерево плакучее. В общем, хорошо. А вот это барбарис. Ага. Какая кладка. Так все красиво, ухожено. Да, кладку какую сделали. Это 1600. О, много веков назад. И вот держится. Да. А сейчас сегодня сделают, послезавтра отваливается. О, какая сосна. Какая пихта здоровая. А это от церкви дальше идет наш Красногорский парк. Очень такой уютный, очень хороший. Даже небольшой лесок здесь можно походить. Воздух такой приятный. Здесь в этом парке находится еще Зеленый театр. Сюда приезжали раньше. Сейчас не знаю, приезжают или нет. Разные коллективы бесплатно выступать. Деревья старые такие, так приятно. Прям здесь много белочек. Лесок. Да, здесь белочки. Тут люди делают кормушки для белочек. Кормят. И для синичек тоже. Деревья старые здесь. И такая красота. Я тут одно время бегала. Тут многие люди в парке бегают, и здесь бегают. Классно вообще. Ой, какое дерево. Обглодали. Какая. Ух ты. Так это вообще коры у него нету. Оно теперь погибнет. Это дуб, по-моему, дуб. Огромный. А вон уточки. Вот это наши пруды. В Красногорском парке. И вот мы дошли до нашего пруда. И здесь вот очень много уточек. Некоторые даже зимой не улетают, хотел сказать, не уезжают. Да их кормят здесь, потому что хлебом. Ну тут же. И они становятся толстожопыми и не могут поднять свою задницу. А, и, конечно, здесь Надеюсь, остаются. Ты не меня имеешь в виду, а только уточек. Ну, в данном случае, да. И вот они здесь вот ждут, когда им хлеба принесут, дурочки. А, рис! У нас остался же? А, рис, да, давай. Да. Кафе. И вот оно вот туда вот проходит это вот.
На берег кинуть, а то он утонет. Озерцо. Ты сразу не бросай, понемножку бросай вот сюда. Я, наверное, на берег покрашу. Как ты думаешь? Или бросить кусочку? Не знаю. Сейчас попробую. Идите. Вылазьте, идите. Вот, вот они, вот им. Я не буду кидать. Вот. Идите, вылазьте. Ох, сколько их собралось. Как домашние. Похарчеваться. Малышки. Ну, вон, иди, вон, беленькая. Если бы не видите, знала, что? Я бы не ела свой рис, тоже бы отдала им. Вот они. Голодные. Как домашние кряклы, не боятся. Ну, их никто не трогает, поэтому не боятся. Маленькие. Ты посмотри, она за тобой идет. Вот эта утка. Ой, ой, поймала какую-то мошку и съела. Ну что вы там вот это вот не съели, что ли? Вот. Дай им вот этот вот беленький рис. Вот он. А, так вот же, глупые. Идите. Иди. А они не хотят эту рис кушать. Что они, вьетнамцы, что ли? Не хотят. Вот их сколько много. Они хлеб, что ли, любят? Да, их приучили в такой еде дурацкой. Вот они сколько там. Ну надо же, рис не едят. Вот такие, такие красавцы спят. Носики засунули в крылышко. И спят они. Полетели, полетели. А вот в этом магазине мы любим покупать чучхелу. Вот такая вкусная чучхела. По дороге домой купили. На гранатовом соке. Внутри орех. И окунают его на веревочке. Много дней на гранатовый сок. Но там, видимо, еще добавляют что-то. То ли чуть-чуть муки, то ли еще что-то. Да, а то она так не будет. И вот внутри грецкий орех. Вообще такая вкуснятина. А Таня покажет, какая она внутри. Ну как я отломлю сейчас? Надписи. Ну-ка. Вот такая вкуснятина.